Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, дамы и господа! Именно так хотелось бы обратиться к присутствующим сегодня в этом зрительном зале. Уважаемые педагоги, родители, почетные гости, вам представилась прекрасная возможность окунуться в атмосферу галантности и красоты. Ведь вы приглашены на настоящий бал. На правах распорядителя бала мне остается только напомнить о том, что открываются балы торжественным и величественным танцем, название которому «Полонез». Исполняется он исключительно парами, а предназначается для знакомства. Итак, с вашего позволения, я объявляю «Полонез». Встречайте и знакомьтесь. Сейчас перед вами во всей своей красе появятся самые главные, наиболее главные, еще раз скажу, главные из главнейших. Герои нашего сегодняшнего бала – выпускники 2008. Встречаем и приветствуем выпускников школы номер 1. Сейчас готовы выйти к вам на эту сцену выпускники
средней школы номер 6. Встречаем их также дружными и дружными аплодисментами. Эти милые дамы опоздали, где-то задержались, видимо, готовились и наряжались. Это была еще вторая школа, так что поприветствуем их еще раз дружными аплодисментами. А теперь школа номер 6. Как оказывается, много выпускников в школе номер 2. Просто нескончаемым потоком идут ребята и девушки. Какая красота! Все яркие, нарядные, красивые, просто не отвести глаз. Но с третьей попытки школа номер 6 будет готова. Хорошо. Я думаю, что теперь вы уже готовы встретить выпускников школы номер 6. Это красивые, разносторонне развитые, победители олимпиад и чемпионы спортивных достижений, творческие личности с огромным потенциалом. Готовы постигать все неизведанное. Скажи, чтобы он сел, а то не снять. Образованные и энергичные, и ритмичные, и пригожие, на своих мам и пап похожие, и на сцене не раз блистали, и спортивные есть медали. Молодежь в 6-й школе славная, все надежные, а это главное. Наш заполнение.